Донецком Бартыне обнаружили тела еще двух погибших моряков. Ими оказались наши соотечественники, члены экипажа затонувшего судна «Арвин», которое зарегистрировано в Одессе. Сейчас подтверждена гибель трех человек, среди которых капитан сухогруза. Шесть моряков, в том числе двоих одесситов, удалось спасти, еще трое считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы не прекращаются чуть более суток, однако они существенно усложняются сильным снегом и плохой видимостью. К поискам привлекли спецтехнику, чтобы ускорить спецоперацию. Напомню, у берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз «Арвин», на борту которого находились 10 украинцев и 2 иностранца. Судно направлялось из Грузии в Болгарию с грузом селитры. Из-за ухудшения погодных условий экипаж решил изменить курс в порт Бартына. Однако на пути к нему попал сильный шторм. По словам моряков, которых удалось спасти, 6-метровые волны накрыли сухогруз, после чего он затонул за считанные минуты. Спасенных моряков уже выписали из больницы. Сегодня они готовятся к вылету в Анкару, откуда их доставят домой.